А на уроках как себя ведешь? Хорошо? Нормально. У меня тоже сегодня все было хорошо. Очень много времени на улице проводил. Я тоже. Тем более мы стали гулять на улице. Не один раз, зимой один, летом два, а такая как сейчас 3 дня. Так это еще лучше. Тише, мама с папой уже подъехали, побежали. Привет. Привет, мам. Я соскучилась по вам. Я тоже. Как у вас дела в академии? Хорошо, как всегда. Это круто. А мы с папой для вас приготовили сюрприз. Какой? Сказать какой? Вы помните, как вы открывали в прошлом видео YouBox? Да. Вам понравилось? Да. Только не говори, что вы с папой заказали еще YouBox. Верно, Дань. Мы с папой заказали вам еще 4 YouBox. Круто. Но не все так легко, как в прошлом видео. Мы эти YouBox спрятали. Ваша задача будет найти YouBox. И только после того, как вы найдете их все 4, вы сможете их открыть. Хорошо. А давайте, ну, вы же не будете нам говорить, в какой комнате YouBox находится? Конечно, мы сами будем по всему дому. Конечно, и не только по дому. Они могут быть спрятаны у нас во дворе даже. Ого. Но если вы найдете только 3 YouBox, вы не имеете права их открывать. Нужно найти обязательно 4. YouBox могут быть где угодно. Ага, их будет 2 мне и 2 тише? Ну да, их 4. Справитесь с задачей? Конечно. Ищем вначале в дворе, да? А потом направляемся в дом. Будет подсказка. Да, но сколько их спрятано во дворе, сколько в доме, мы не рассказываем. Это да. Все, ваша задача найти YouBox. Где будем искать? Да, не знаю, под елками. Побежали. Да нету. Пошли дальше искать. А может, в мангал заглянем, может, там есть? Давай, смотри. Всего лишь дрова. Нет. Ну, блин, я не знаю, где здесь искать. Пошли тогда за дом. Пошли. Так. Верно. Там тоже нет, там только пакеты. Ага. Не знаю, Тис. Ну, я тоже. Может, под горкой? Нет, под горкой нет. Где же тогда? Да, ну где они? Да я не знаю, Тис. Ну, может... На дереве! Ого, и как же его достать, он так высоко. Да давай аккуратно, только я за тебя кулачки держу. Я не знаю, у меня получится. Все, Тише, достал. Ногомак, ногомак. Хорошо. О, вроде бы нормально. Первый. Все, Дань, первый бокс есть. Ага, а теперь второй. Может, в машине? Да, как вариант. Возле машины. Или возле машины. 100 пудов в багажник, больше нигде нет. Не знаю, сейчас посмотрим. Нет в багажнике. А где тогда? А может, в мусорнике? Да ну, Тиш. Ну давай посмотрим. Давай. Да нет, Тиш, там воняет. Давай лучше не будем мусорники. Еще. Тиш, ты 2 YouBox нашел, как так? Да, а может дома уже? Ну давай дома, если нам повезет, мы найдем 4 YouBox и сегодня их откроем. Ну да. Давай, я беру тот, который на дереве был, и пошли домой. Будем дома искать. Нам нужно разделиться для того, чтобы быстрее их найти. Давай ты ищешь на первом этаже, а я побежал искать на второй. Побежали. Тумбочка? Нету. 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 И нет. Где же он? Нету. свету. Как под лестницей смотрим, там, где моя техника. Хорошо, смотрим. Хорошо. Нет. Может, за креслом? Нету. Где же они вас прятали? За диваном? Нету. Может, в тумбочках? Первая. Нету. Другая. Нету. Третья. Нету. Ура, в духовке! Ура! Даня, я нашел! Так, здесь нет. Может, в тумбочке? Здесь тоже нет. Здесь. Дань, давай, я уже 3 нашел! Хорошо, Тиш, я быстро постараюсь. Так, нет. Как же Тиш так быстро ее нашел? Ладно, в ванной посмотрим. Тут тоже ничего нет. Да тут и негде искать. Точно, у меня в комнате. Так, здесь нет. Здесь тоже нет. Под кроватью. И под кроватью нет. А где тогда? На чердаке. Точно. Так, посмотрим. О, нет. Чердак, здесь же куча коробок. Здесь нет нигде. Здесь тоже. Среди нерфов тоже нет. Может, там? Прикол. Сразу нашел. А думал, Тиша еще будет меня ждать. Да чего? Пойду обрадую его. Все, Тиша, я нашел. Сейчас будем открывать. Помнишь, мама с папой говорили, как только 4 найдем, можно открывать. Так. Все, я бегу. Ну что, нашел? Да, пошли открывать. Пошли. Тиша и Даня, я вас поздравляю, вы нашли 4 YouBox'а, и поэтому вы имеете право их открыть и посмотреть, что же внутри. Давай, Даня первый. Хорошо, Тиша. Так, а теперь еще хочу вас спросить, как мы их спрятали, надежно или нет? Конечно, надежно. Какое место было самым неожиданным? На дереве. А для тебя? На дереве. Да, мы с папой старались. Так, Даня открывает первый, да? Да. Интересно, что внутри? Да, конечно, как всегда. Да, конечно. Это самый приятный момент, наверное, правда? Когда ты открываешь, видишь. Да. Тише, ты что такой веселый? Да. Да. Тишуль, скажи, какая разница, кто открывает первый? Все равно вместе будете смотреть, да, что внутри? Даня, открывай, да, мне самой интересно. Мои любимые! Это же малинки. Первое, что Даня достал, это желейные малинки. Ага, в магазине они намного меньше. Да, они прям огромные. Черные и красные. Такие. Смотрите, что я нашел, огромный бургер. Это как бургеры, есть такие маленькие желейные. Так вот, это такой же, только огроменный. Ничего себе. Мы, Тише, ну, вместе, наверное, не съедим даже. Как всегда, визиточка YouBox. И... приставка для телефона. Это джойстик, который можно будет подключать к телефону и играть на телефоне, как на приставке. Вот это крутая вещь. Кстати, я всегда хотела такое. Да. Круто. Это шоколадка, мороженое с шоколадом. Прикол. Ни разу таких не видела. Белый шоколад, да? Да, тут белый шоколад со вкусом мороженого. А это ластики в виде различных инструментов. О боже, какие они милые. Очень прикольные маленькие ластики. Дань, подаришь Тишуле один или два? Я их беру и тяню ухо. Зайка. И еще маленьким. Тут есть... наушнички. Наушнички. Вот как у Тиши были наушнички. Очкарики. Точно такие же, да? Очкарики. Не знаю, сейчас мы посмотрим. Печатаю. Тут же, потому что другая сейчас. Интересно посмотреть. Дело в том, что Даня уже даже договорился с Тишей, что Тиша ему подогнал те. Да, это точно такие же, только зарядка. Черные. Зарядка. Это не зарядка. Это зарядка. Вот Тиша, так что тебе будут белые, а мне черные, наверное. Ну да, потому что тебе черные по пальцу, мне белые. Ну да. Дань, ты доволен? Конечно, мам, опять все попалось такое, что мне нравится. Моя очередь. Давай, Тишуля открывает свой YouBox. Сделай, оп, и через дырочку открою. Это я сам буду открывать. Да, я просто поддержу, чтобы тебе. Не нужно, не нужно. В свою очередь хочу попросить подписчиков, чтобы ставили лайки те, кто хотел бы открывать тоже YouBox. Что? Надпись. Да, это надпись, что это для Тиши подарок. Вот, BBGro. Они наверное наши. Да. И наш канал. Кто не знает, на канале Daniel Gro проходит конкурс на целый подарок YouBox. В описании под видео, где мы снимали YouBox на данном канале, есть условия конкурса. Если вы выполните очень легкие условия, надо просто подписаться там на канал, туда-сюда, в инстаграмы, написать адрес, откуда вы, и вы запросто можете выиграть YouBox. Так что не упусти свой шанс. До 1 мая. А не против, что я на одну кучу? Ну, конечно, мы не против, мой хороший. Давай же, не терпится, наверное, да? Ну да. Я бы сама открыла YouBox, честно. Давайте мне закажем. Давай. По возрасту. Ну, по возрасту, тебе не интересно. Ну так они положат то, что будет интересно маме, сынок. Понял? Если им сказать, что маме вот столько-то лет, и они соберут подарок для мамы. Эти YouBox'ы можно даже заказывать для бабушек на день рождения. Нету разницы, кому они. Я тебе не даю говорить. Быстрее, быстрее разрывай его, давай. Ух, какой ты шустрый, Дань, посмотри на него. Рвет и мечет просто. Тиш, ты как ураган. Капец. Это что, так не терпится прям, сынок? Давай, открывай. Так, помогаем. Нет. Ай, ну, может и правильно. Нет, неправильно, вот Тишу. Так, видишь? Опа! Давай, давай. Классический песок! Прикол! Я мечтала о таком цвете. Давай, покажи. У тебя нету такого. У тебя оранжевый и синий. Цвет настоящего песка. У Тиши такого не было. Какого? Лилового пляжного. Пляжного цвета. Это желейные глаза, которые также можно использовать на Хэллоуин. Нателла! Это какая-то новая. А ну покажи ближе мне, ближе. Белую и черную. Что, будем пить чай с нутеллой? Да. Вот здесь поставим так. Это конфеты шоколадные какие-то, смотри. Какие-то шоколадные. Так, открывай, мама попробует одну. Даня, открывай. Мне интересно, я люблю конфеты. Можно я попробую? Вкусно. Очень вкусно. Это печенька такое. Ну, очень вкусный. Тяжель, покажи. А мне понравилось. Не хочется конфет. А я бы съела все. Но нужно матрасик поделиться еще с папой. Матрасик. Какой матрасик? Доставай. Пончик. Пончик донатс. У нас нету такого круга на лето. Нету. А теперь будет, да? Да. Такого еще не было. Покажи. Круто. Тем более, что скоро лето. Так, теперь я сейчас. Тиш, можно я буду доставать? Нет, можно я одно? Одно, да, одно, пожалуйста. Я не ожидал, что у тебя такие будут. Это какие-то конфеты. Нет, это, насколько я знаю, это ручка такая. А можно открыть, Дань? Давай посмотрим. Да, давай. Мне очень интересно, что... Мне очень интересно. Я никогда такого не видела. Я тоже никогда таких ручек не видела. У меня попалась вот такая вот капсула прикольная. Вот так вот. И ручка теперь. Покажи ближе. Прикольчик такой. Угу, прикольно. А вот это, насколько я понимаю, какие-то конфетки. А я могу его, эту ручку даже не заметить, нечаянно съесть. Не надо, ты чё, посмотри, какая капсула прикольная. Это у нас такой блокнотик, в котором можно что-то рисовать. И на каждой картинке вот такой волчонок. На каждой страничке красивый волчонок. Кристальный. Это полезный подарок, я тебе скажу. Да. Я мечтал! Вот это вот круто. Мечтал. Это бомбос-колонка. Это колонка такая? Да. Прикол. У меня уже есть одна колонка, но она большая, а вот это вот такой компактный размер, прикольный. У него будет колонки. Подождите. У него колонки, в данном случае, это очки. Достань, пожалуйста, Дань. Да, конечно. Она очень милая. Очень крутая, я вам скажу, колонка и прикольная. Нужно будет вот так. Окта-покта. Типа это ты. Слушай, Дань, она такого оптимального размера, ее запросто можно брать с собой в академию, правда? Да. Динамики сзади. Динамики. И спереди. И спереди вот здесь. Здесь можно регулировать громкость. Очень классная. Мне понравилась. Такая стильная колоночка, да? Да. Вот прикольчик. Что за прикольчик? Покажи нам. Это какие-то чупа-чупсики. Лалипоп. Какие-то чупики, да. Давай откроем. Давай откроем. Даня, доставай, что там внутри, показывай нам. Вот такой вот лайк. Можно лизну? Можно. Дань, дашь тише? Да, конечно. Пробуй и скажи, какой на вкус. Прикольно. Нравится? Вкусно. Так, а теперь главный прикол в том, что там есть... Что, Дань, кислинки какие-то, да? Если облизать этот лолипоп и макнуть... А ну... Кислая? Лопает? Да, что? Ничего? Что, говори? Горячее. Стало горячее? Какая-то реакция идет, да? Очень прикольно. Это у нас. Это у нас. Это у нас. Что? Термос. Круто, Дань. У тебя нету термоса, сынок. Ага. Удобно будет вот так вот выливать. Оно будет выливаться и... Круто. Не разольется. И я тебе скажу, эта вещь очень полезная. На природу можно взять, где-то в дорогу. Ага. Это классная вещь, очень. Достойный подарок. Угу. Так, классно. Смотрим дальше. Печенька с начинкой, как Орео, да? Белая какая-то, крем-суфле или что? Будем пробовать или потом? Давай потом. Давай, не хочется тебе попробовать? Нет. И какой-то напиток. Тише, тебе не интересно попробовать газировку? Оно сыпит во рту. Лопает. Я предполагала, что так и будет. А ну, можно послушаем? Оно прям хрустит. Мама, я, наверное, лучше ее пойду над умывальником открою, а то у меня что-то такое чувство, что она сейчас взорвется. Думаешь? Давай над этой коробкой. Давай. Была не была. Оно настолько сильно взболталось, что оно даже открываться не хочет. Опа! Так бывает. Идеально. Так бывает. Ладно, попробуем потом. Интересно мне было, конечно, узнать, какой вкус. Это вкус банана. Так, Тиша уже наелся конфет. Тишуль, отдавай сюда. Не наелся. Еще не наелся? Открываем последний бокс или пойдем спать, завтра откроем? Последний. Будем сегодня открывать? Да. Не устали вы? Нет. Ну давай тогда. Так, последние штрихи. Быстро, вот так. Лента, моя лента. Выбросил, называется, да, в сторону. Так, открывай, разрывай ее быстрее. У Тиши стала большая коробка. Интересно, что в этой большой коробке? И правда, наверное, много чего. Не знаю, возможно, что-то одно, но большое, например, Дань, понял? Думаю, вряд ли. А я думаю... Но и она не очень тяжелая, Дань. Твоя маленькая коробка была тяжелее. Нет, ты чего? Она очень тяжелая. Да? Тиш, ты сейчас все разобьешь. Она легкая. Кому интересно, что у нас творится в комнате после того, как мы снимаем? Примерно вот такое вот. Потом мы все вместе начинаем все это убирать. Весело, да? Вот так вот. Ну что там? Оба, тут такой же. Оба. Такой же, Дань, это будет твой. Раз Тиша съел твой, это будет тебе. Жидкость. Что за жидкость? Покажи. Это напиток со вкусом банана. Думаешь? Или это ластик банан? Что это такое, Дань? А ну посмотри. Это что-то, какой-то напиток. А ну по-любому. Может там пишут что-то? Написано XXL банана спред. Так, а ближе его можно показать мне? Сейчас. Может мы его откроем? Ну давай. Покажи сам банан. Тише его попробует. Открою. Прикольный, правда? И вот, кстати, такая же ручка, как у меня была. Угу. Да. Ручка капсула, только желтого цвета. Ну, Тишуль, быстрее. Нам не терпится узнать, что там. А, вот оно, спрей банановый такой. Поняли, наверное, вкусный банановый спрей. В рот, там оно в пленке. Наверное, его в ротик. Давай, да, проверим. Давай проверим. Это да, хоть не банановые духи? Да я попробую. Дай Дане быстро, давай Дане пробовать. Оно кислое. Но вкус банана есть или нету? Вообще нет. Нету? Правда? Что, Дань? Есть. Есть банановый вкус. Прикольная штука. В боксах попадаются те сладости и те штучки всякие, вот подарки, которых нету в магазинах у нас. Правда, это классно? Все что угодно попадается и все прикольное. Это такой рюкзак Супермен. Он прикольный, такой мягкий, плюшевый, короче. Теперь тебе в академии будет рюкзак. Реально, Тиш. Уже одел. Вот Тиша мне недавно заказывала рюкзак Minecraft, но теперь зачем тот Minecraft, если будет у нас Супермена рюкзак, да? Подошел по размеру? Подошел. Прикольно. Я нашла какую-то кисточку или что? Показывай. Это такая кислючка, и это конфетка такая, а вот это вот вертушка. Ты палочку одеваешь вот сюда, вот, да, вот так вот делаешь, и она летит. Понятно. Едем дальше. Это у нас, знаете, что такое? Рисуй светом написано. Есть вот такие вот ручки с подсветкой, ручка-фонарик, и ею мы пишем. Правильно я поняла? Да. Смотри, как оно светится. Вот это да. Я с маликами рисую. Впечатление, что вы выжигаете как будто, и оно так красиво светится. Потом. Доска понравилась вам? Да. Очень классно. И через некоторое время она пропадает. Смотрим дальше. Достаем последние подарки. Огромное печенье. Оно посыпано кокосом. Пробовать будем или нет? Потом. Такого не ела. И я не ела. Интересно будет попробовать. Круто. Достаем последний подарок. Быстро, быстро, быстро. Кто первый? Написано, что от 10 лет. Тебе. Да что такое? А ну, показывай. Тише, смотри. С него можно сложить робота-манипулятор. Я тебе помогу это сделать. И ты будешь играть. Это хорошо, Тиш, что у тебя есть старший брат. Так, с конструктором мы разберемся позже. А теперь мне интересно у вас узнать, подарки вам понравились? Да, все было очень круто. Довольны остались? Да. Еще заказывать будем YouBox? Да. Мам, давай вы с папой нам будете раз в месяц заказывать YouBox. Ну, если вы будете заслуживать. Хорошо. Будете слушаться маму и папу? Да. Всегда. Очень много полезных и очень интересных подарков. Вкусных и очень классных. Вам понравились подарки? Да. А я концовочку. Кто хочет заказать YouBox, а это, поверьте, очень классно. Это и интересно очень. И подарки попадаются, правда, очень классные. Ссылка будет в описании. Если хотите сделать приятное своим друзьям, близким, родным, подругам, не ломайте голову, просто заказывайте YouBox. Это идеальный подарок. И классно, и очень интересно. Согласись, Дань? Да. Ну что, будем говорить пока? Ага. Мы еще не заканчиваем видео. Тиша хочет запустить вертушку. Давай. Ого, полетела. Всем пока. Пока. Подписывайтесь на инстаграм Тиши и Дани. И не забудьте поучаствовать в конкурсе. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал BBGro. Всем пока.